27. Находка, короче, на рынке ВОБА. 2.44. Житомирские носки, типа. Ага. Получается, Турция подделывает под нашего завода, да? Да, да, наверное. Потому что они стоят у нас совсем не одну лиру. 100% хлопа, короче. Носки мужские. Ну, так вот бывает. Вообще, это все по лире. Вот видите, фабрика, подходите тут и копаетесь, и откапываете, что хотите. Я себя пока не могу найти, потому что пишется везде, допустим, 43-45 или 43-46. Я не понимаю такого, как может быть 43-46. Все равно не то. Четко должны быть размеры. 29, 31, 27. Ты по размерам не покупаешь носки, что ли? В любой цивилизованной это фигня. 27, 29, 31, 25. Вот такие размеры носки. Это фирменные носки. Ну, как фирменные? Любые обычно. У нас на вот этих вот тоже вот 27-29, видишь? Ну. Ну, а тут бред пишут вообще, блин. 39-42. Зачем это нормально? Три размера, а там. Три размера. Ну тоже три, да. Ну когда 43-46, это понятно, что не на меня. Не знаю. Нет, это вот мои вот носки, одна лира, короче. Приезжайте, прилетайте 40, в Аланию за носками. Не, ну 40-45 это вообще уже. Что, думаешь, большие? Ну, они взять, большие. Что ли, попробовать одни? Да, вот эти, видишь, большие, а вот смотри, какие узкие.